Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Багато жінок, і не тільки жінок, а й чоловіків, згадують про схуднення перед якоюсь конкретною подією. Тож починають боротися з вагою у швидких темпах, коли для знищення зайвих КГ залишається іноді менше 10 днів. Ситуація типова і, на жаль, розповсюджена. Та чи можна наражати свій організм на такий стрес? Сьогодні про це будемо говорити разом з нашою гостею, експерткою з харчової поведінки, Олесою Тимохіною. Пані Олеся, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, худнути швидко – це нормально і чи нашкодить це здоров'ю? Добрий день всім. Я поздравляю всіх з началом весни. І, як полагається, з началом весни починає питання підніматися о дієтах, о похудінні, о підготовці к лету. Ну, це в кращому випадку. Ну, от зараз, там, через неділю 8 марта, і все ми вспоминаємо, що є якесь плаття, в яке, ну, хотілося б, звісно, яким образом попасти. Ну, есть еще хорошие новости, можно как раз по случаю купить новое платье, но если не получается, поговорим тогда о диетах. И не вредно ли за неделю, допустим, сбрасывать вес? Я могу одно сказать, что такие экстремальные виды похудения, конечно, они очень сильно подрывают наше здоровье, ну, к сожалению. И это однозначно, потому что диетический опыт повышает количество эпизодов переедания. Так устроены, ну, к сожалению или к счастью, мы природой. То, что когда нас в чем-то ограничивают, нам тут же хочется это как-то очень быстро компенсировать. А які найрозповсюдженіші методи такого швидкого схуднення сьогодні відомі? Ну, есть такие экстремальные виды, допустим, очень быстрого похудения, это, допустим, препараты. Препараты, которые содержат в себе амфетамины, от них, правда, не хочется есть, от них такое возбужденное состояние, много энергии, но, к сожалению, они подрывают нашу психику, они подрывают наше здоровье, наши органы истощают, но они, да, они имеют место быть, препараты. Потом очень быстрый способ похудения – это липосакция, когда в проблемном месте делают надрез и высасывают лишний жир. Да, это быстрый метод, но он очень травматичен. Также к быстрым методам похудения можно отнести и ушивание желудка. Называется это анастомоз, когда желудок просто врачи делают меньше размерами, и тогда невозможно есть много. Но тогда существует другое нарушение, тогда мы можем просто не доедать, когда так сильно ушивается желудок. Ну и к тому же видоизменяются органы, это очень опасно. Потом еще лидеры – это, конечно, экстремальные диеты. Например, всякие там монодиеты, белковые диеты, питание один раз в день, питание через день, ну, различные вариации. Что касается сейчас вот модных, ну, на сегодня, это кето-диета, потом интервальное голодание, 16 на 8 его еще называют, ну и классика – это белковая диета. Разные разновидности. Ну и, конечно, они несут за собой, ну, кроме такого быстрого похудения приятного, еще и массу осложнений, ну, к сожалению. Но нет идеальной такой резкой потери веса, чтобы это не сказалось на нашем организме. Так не бывает. Наш организм очень любит стабильность. И все, что резко, и вот такими вот способами, это все, к сожалению, нам обязательно как-то мы это будем замечать. Например, если взять ту же белковую диету, в чем ее опасность? В том, что белок выводит излишнюю жидкость из организма. Это, конечно, дает ощущение того, что мы стали вроде бы тоньше, худее, вроде бы вес уходит, но уходит жидкость, которая очень полезна нам, нашему телу. И какие могут быть последствия, вплоть до опущения органов, запоры,
повышение ацетона, камни в почках, ну, все что угодно может быть от излишнего количества белка, потому что все-таки нам нужна клетчатка и углеводы, в том числе и жиры. Дякую за відповідь. А скажіть, а чи очікувати, ви говорите про приємний, скажімо так, результат, що дійсно вага швидко піде, а чи не буде такий результат короткостроковим? Конечно, этот результат будет очень коротким, потому что если взять нашу физиологию, ну вот как мы худеем, допустим, наш организм, как мы поправляемся, наш организм преобразует лишние калории в жировые молекулы и плотно укладывает их в жировые клетки. Они разрастаются со временем, но при похудении, когда меньше калорий, этот жир уходит, ну, чтобы напитать организм, и его наполняет вода. Потом, благодаря белку, мы делаем усушку, и клеточки эти, ну, они остаются пустыми. И вот этот момент неприятный, когда появляется дряблость кожи, сухость кожи, это говорит о том, что влага ушла. Но как только мы начинаем наше привычное питание, как только мы начинаем, то наши клетки моментально хотят набраться опять жиром. И тогда мы можем набрать вес еще в разы больше, чем он у нас был. И вообще вот эти вот перепады веса, они очень губительны для нашего обмена веществ и для нашего метаболизма. Потому что, ну, ни для кого не секрет, вот диетчики знают, что каждый раз, каждый с новой диетой похудеть становится все труднее и труднее. Наш организм сопротивляется. Ну, от, до речі, ви говорите про вологу, але ж багато хто навпаки намагається позбутися води, щоб їм здається, що й обличчя стає меншим. Деякі навіть ходять там до лазні, до бані, щоб позбутися зайвої вологи в організмі. Як зрозуміти, є зайва волога чи немає її? Ну, наш организм вообще-то он состоит практически весь из воды, и вода ему целительная и очень нужна, и ну, не надо путать отеки и влагу, да, для организма. Нам обязательно, вот и у меня стакан воды, нам нужно себя отпаивать, потому что ну, у нас обменные процессы, у нас организм восстанавливается благодаря воде. И если мы делаем, ну, благодаря, допустим, мочегонным средством, что мы делаем? Да, влага уходит, нам кажется, что черты лица у нас заострились, вроде бы, да, все так подтянулось, но для организма это, ну, жажда и крик просто о помощи, потому что наш организм нуждается, чтобы его поили и отпаивали. И каждый день мы просто обязаны выпивать по полторы, по два литра воды. Потому что, ну, если говорить о здоровье, то нужно пить воду, а не как раз из себя ее разными, ну, какими угодно способами изгонять. Ну, от ви перерахували наслідки, які можуть бути від такого стресу для організму, як ми змогли зрозуміти, можливо, ви зараз ще якось доповните цю інформацію. І все ж таки, чому, не дивлячись на те, що і у соціальних мережах, там, і на різних платформах дуже багато інформації з приводу того, що худнути швидко не можна, це організму нашому не подобається, і жінки, і чоловіки продовжують отак от знущатися над організмом, спочатку їсти все підряд, потім різко не їсти взагалі нічого, и повертаются потом снова до минулого режима. Ну, потому что это, конечно, очень заманчиво есть, 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 а потом, ну, за неделю взять и изменить свой вес. Да, это очень заманчиво, и на какие-то дни, да, действительно, мы можем изменить вес. Но если мы похудели быстро, ну, специфика, как мы теряем жир? Жир мы теряем в последний момент. Ни для кого не секрет, кто долго стремится к изменению своего питания. Мы вроде бы вначале худеем, потом останавливаемся, потом это эффект плата называется, а потом мы, ну, потихонечку опять начинаем худеть. Что происходит? Чтобы не потерять мышечную массу, которая съедается организмом прежде всего, когда мы начинаем быстро худеть, тогда просто вот эти вот наши жиры, они не расходуются. У нас уходит мышечная масса. Вот
самая основная опасность этого похудения. И чтобы худеть, ну, действительно, чтобы сбрасывать жир, нам нужно много времени, и это должно быть очень постепенно, не больше 1 килограмма в неделю. Если больше 1 килограмма в неделю, это опасно и не полезно для организма. Потому что мы не жир теряем, мы теряем мышцы, мы теряем влагу, а это очень опасно. А як такий стан може позначитися не на фізичному, а на психологічному стані людини? Конечно, да, ни для кого не секрет, что если, допустим, вот весной мы питаемся только белковой пищей, конечно, мы не добираем витаминов, минералов, жиров, которые очень-очень важны для нашей нервной системы. И, конечно, ну, волей-неволей мы запускаем такой процесс. Например, все знают, кто сидит на диете, что часто мы чувствуем раздражительность, апатию, ну, плохое настроение какое-то, потому что, ну, действительно не хватает уже витаминов и минералов в нашей нервной системе. Но существует еще другой еще подводный камень именно диетического поведения – это постоянное недовольство собой. Потому что что такое диета? Это когда мы боремся нашей силой воли, мы боремся с нашим, ну, естеством, которое хочет есть, причем нормальную пищу. И чаще всего мы, конечно, наша сила воли, ну, уходит, и мы начинаем опять есть. И это вызывает массу недовольства. И могут появляться такие вот психологические трудности при нарушении пищевого поведения. Это повышенная озабоченность формой тела, весом, внешним видом, постоянные мысли о нормальности тела, нормальное, ненормальное. Потом сильный страх набрать вес. Крайняя неудовлетворенность вплоть до ненависти к себе, если съела что-то запретное. Потом искаженное представление о своей форме тела. Я работаю с девушками, у которых заболевание анорексия, и очень часто эти девушки, они очень худенькие, они воспринимают себя как очень-очень толстыми. Каждая складочка кожи воспринимается как складка жира. И это искажение представления о своем теле. То же самое можно говорить о очень полных женщинах. Ну, вы знаете эти пресловутые леопардовые лосины, когда человек, ну, уже не видит себя реальным. Вот у нее есть картинка какая-то о себе, но это не значит, что она реальна. Но так хотелось быть худенькой, что вот уже придумала, что похудела, я делаю эти лосины. Ну, и это уже психологическая проблема, потому что наша главная задача – это всё-таки быть в реальности. Также человек может чувствовать повышенную чувствительность к комментариям по поводу веса и формы тела. Ну, вот эти вот очень спорные комплименты о худобе. Что ты такая худая? Ну, хорошо это или плохо, ну, очень спорно, потому что не всегда это может говорить о хорошем внешнем виде. Потом еще важно, что можно начать испытывать беспокойство, стыд во время приема пищи. Очень часто люди, которые сидят на диете, они украдкой все равно начинают есть запрещенные продукты, и тогда очень много стыда и вины. И тогда они приходят у себя в комнате, едят эти шоколадки. Ну, и это запускает вот такой процесс мучительный, когда человек не уважает себя, у него падает самооценка из-за того, что ему хочется есть просто. И бывает уже и депрессия по поводу невозможности сбросить вес или по поводу того, что... Ну, так и не удалось получить вот эту фигуру фотомодели. Даже, ну, если ее генетически просто невозможно получить, ну, можно начать болеть депрессией по этому поводу. То есть вот такие, ну, серьезные такие переживания могут запускать вот диеты.
А як, до речі, от ви зазначили, що хтось любить себе і не бачить цієї реальності, тому що здається, що все нормально. Да. Хтось навпаки, не дивлячись вже на сильну якусь худобу, вважає недостатньо себе худою та красивою. А у яка ось ця має бути межа для того, щоб розуміти, що тобі потрібно худнути, але при цьому робити це для себе з любов'ю до себе? Тому що, як мені здається, це дуже важливо – любити себе і худнути саме заради ось цієї любові. Да, вы вот правильно сказали, что самое важное – заботиться о себе. И тут важно думать о краткосрочной перспективе и долгосрочной. Да? Я могу любить себя и баловать себя пироженами на ночь. Да? Ну, казалось бы, да? Это же с любовью. Но если подумать о долгосрочной перспективе, ну, чего я добьюсь, если я буду себя любить таким образом? И тогда можно, ну, поразмышлять, если я люблю себя, ну, я могу там проходить эти 10 тысяч шагов ежедневно, ну, ходить с детьми в бассейн, это же тоже с любовью к себе. И тогда кормить себя плохой, некачественной пищей просто уже не захочется. И набивать себе желудок тогда не захочется, когда ты понимаешь, что твои потребности, ну, в еде, они не такие гигантские. Вот я провожу специально тренинги, где я обучаю интуитивному питанию, когда ешь и чувствуешь, где остановиться. Потому что есть целая шкала голода, по которой, ну, легко понять именно в тот момент, когда уже можно останавливаться и, ну, завершать еду. Потому что еда после насыщение – это уже переедание. Розкажіть, ось таке екстрене схуднення може привести до розладів харчової поведінки? Ви вже зазначали і за анорексію, да, от, да, які, да, можуть бути наслідки? Да. То, що я вижу в своїй роботі, дієта завжди запускає, ну, не завжди, очень часто запускає какие-то диетические мысли, диетическое поведение. А что это такое? Когда есть запрещенные продукты, боязнь что-то съесть, постоянные мысли о еде. И это, в принципе, уже не есть здоровое пищевое поведение. Если я поела и постоянно все равно думаю о еде, это уже не здоровье, потому что здоровое пищевое поведение почувствовало физиологический голод, поела, успокоилась там часа на 3-4, потом опять поела. Но если я постоянно думаю о еде или вот при анорексии, булимии, как не поесть, как избавиться от еды, это же тоже мысли о еде, только нет самого акта поедания. Но это тоже о нездоровье. И как раз, ну, диетическое поведение, оно есть толчком, потому что, ну, нашу генетику тоже никто не отменял. И есть люди, которые любят голод и легко с ним справляются, и это может как раз и качнуть в булимию и анорексию. А у кого есть предрасположенность к обжорству, ну, это как раз вот компульсивное переедание и обжорство. Потому что после диет, ну, ни для кого не секрет, как происходит диетический срыв, он происходит как раз запрещенными продуктами. Мы же капустой после диеты не объедаемся, да, обычно это что, пирожные, жареная картошка, ну, все, о чем мечталось. То есть, ну, вот запрещенные продукты, ну, к сожалению, вот выползают таким образом потом. То, что запрещаем, ну, тем потом и насыщаемся. Я вдячна вам за змістовні відповіді. На жаль, час нашої прес-конференції добігає кінця. Я пропоную так підсумувати і дати, от, можливо, якихось топ-3 поради тим, хто зараз збирається зайнятися нарешті собою з любов'ю до себе. С любовью к себе важно понимать, ну, важно совсем понимать, что действительно питание и физическая активность, ну, это такая вот классика, от нее, ну, никуда не уйдешь. И с любовью к себе гуляйте побольше, двигайтесь, встречайтесь с любимыми людьми. Если вы решили съесть пирожное, ну, съешьте, полакомитесь и просто получите удовольствие, а не издевайтесь над собой потом целую неделю и не наказывайте себя. Но также понимайте, что с любовью к себе важно себя кормить чем-то очень полезным. И это не обязательно огромное количество и какие-то невероятные блюда.
Дякую вам ще раз за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про екстрені схуднення, чому не варто худнути швидко, а робити це поступово, як ми вже неодноразово сказали, з любов'ю до себе. Відповідала на всі наші запитання наша гостя, експертка з харчової поведінки Олеся Тимохіна. Ще раз вдячні вам. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!